хочу в эту страшную ночь. Зачем ты мучаешь? Ой, деточка, берегись. Он чудовище. Я никого не убивал, ничего не сжигал. А ведь он и тебя убьет. Будь осторожна. Что ты здесь делаешь? Я все поняла. И что? Хочешь поговорить об этом? Давай. Я не хочу с тобой разговаривать. Видеть тебя не хочу. Выпусти меня. Я думал, ты другая. Думал, ты лучше всех. Но я опять ошибся. Мне больно. А мне как больно. Ничего не получится. Ты будешь сидеть здесь, а я долгими зимними вечерами буду писать твой портрет. Девственно чистый холст. Он манит, искушает. Но торопиться нельзя. Нужно наслаждаться его белизной. Тогда желание и вдохновение придут одновременно. В тебе столько скрытой сексуальности. Ты болен.
сама виновата. Меня же все равно найдут. Не. Заблуждаешься. Я сказал твоей матери, что ты пишешь роман. И что все у тебя прекрасно, и ты просила ее не беспокоиться. Художника. Наталья распала с этим арабом. Теперь ты меня расстроила. Вы должны знать свое место. Какого же ты ничтожества? Мне кажется, это лучшая моя картина. Давай. Открывай. Тебе нравится?
Дим Димыч, может, сделаем материал по Юлии Остапчук? Кто это? Ничего себе. Вся страна читает, а ты не в курсе. Думаешь, нам это нужно? Тратить журнальные площади на очередное дамское чтиво? Нужно. Роман очень интересный, между прочим. Герои забавные. И знаешь, по стилю даже немного Машку напомнила. Ладно, оставь, я посмотрю, стоит ли этим заниматься. Да, Дим, сегодня же Машкина годовщина. Звонила Ольга Петровна. В общем, в 2 часа на кладбище. Ну что, Милане? Весело нам с тобой. Господи, за что я такая страшная судьба? Мам, не нужно. Все, все, все. Все, все хорошо. А Юрий Алексеевич так и не пришел. Вот и хорошо. Кому он здесь нужен? Ну, как можно так говорить, Вов? Тише. Вон он идет. День добрый. Здравствуйте, Юрочка. Здравствуйте. Маша не любила розы. Даже здесь он хочет сделать все по-своему. Пожалуйста, не надо. Ты не имеешь права. Еще как имею. Он не разрешал нам видеться с Машей. Даже звонить. Когда ты подрастешь, станешь мужчиной, ты поймешь, что семья для женщины, ее бог и подружка – это муж. Когда я вырасту, я обязательно отомщу тебе за Машу. Владимир, немедленно попроси прощения у Юрия Алексеевича. Извинись сейчас же, слышишь? И не подумаю. И деньги вонючие мне тоже не нужны. Господи, нельзя. Юрий Алексеевич, ради бога, извините его. Я вам очень благодарна за все. Вы же понимаете, он совсем мальчик, он переживает очень. Но он прекрасно понимает, если бы не ваши деньги, и гимназия его была бы невозможна, и, естественно, поездка в Лондон. Простите его. Все хорошо. Ну что ты? Ну зачем? Говори. Деньги поступают на имя некой Ольги Петровны Парамоновой в течение 4 месяцев из одного и того же отделения связи. Дальше. Переводит деньги некая Юлия Остапчук. Остапчук. Кто она такая? Адрес выяснил? Адрес липовый. Кассирша Остапчук не запомнила, но как только она появится, она мне тут же сообщит. Ты уверен? Уверен. Ей деньги нужны. Иди. Неужели это ты? Она утонула. Она утонула. Она утонула. Мои глаза их не делали. Она утонула. Чудовище! Спрячься! Он ненавидит, ты убьет! Маш, ты беременна. Маш, ты беременна. Я не хочу от него ребенка. Я не хочу от него ребенка. Маш, можно? Ой, солнышко, мне с тобой нужно поговорить. Юля, я не хочу сейчас с тобой разговаривать. А чего ты психуешь? Давай выйдем, Митенька засыпает. Ты правда ничего не понимаешь? Юль, как ты могла притащить сюда всю эту ораву с телевидения? Ты с ума сошла? Но ведь ничего не случилось. Ты, слава богу, что ничего не случилось. А могло бы.
Что, если бы они нас увидели? Если бы мы с Митенькой с коляской гуляли? Да при чем здесь ты? При чем здесь ты? Приехали снимать меня. Юлию Остапчук, модную писательницу. Все. Которая ворвалась, как комета, на небосвод современной литературы. А вот это все, вот это знакомство со звездой. Неформальной обстановки. Слушай, звезда моя, мы с тобой миллион раз говорили, насколько это опасно для меня и моего ребенка. Но ты не слышишь. Я прошу тебя, хватит истерик. Это было год назад. Мария Комарова умерла. Она утонула. А у меня сейчас живет двоюродная сестра Маша Пичугина со своим сыном. У меня такое ощущение, что Маша Пичугина иногда ведет себя как неблагодарная... дура. Юля, я очень благодарна за все, что ты для меня сделала. Но тебе не кажется, что я уже с лихвой расплатилась за твою доброту? Вот как мы заговорили, да? Вот как, значит, так. А если бы я не согласилась играть эту роль? Где бы ты была с Митькой? В конце концов, чем бы ты его кормила? Так, а ты? Ты бы сейчас где была? Ты бы сейчас подрабатывала своими клизмами и уколами. Но роль звезды, я смотрю, тебе намного больше нравится, нет? Ты завидуешь? Ты с ума сошла? Ты завидуешь? Перестань нести чепуху, Юля. Хорошо, ладно. Можешь догнать их и рассказать всю правду. Юль, что это? Я не против. Что за спектакль, Юля? Маш. Маш, ну хватит дуться, а? Ну, у нас же все хорошо вон. Смотри, Митька растет. Кстати, у него скоро зуб полез. Думаешь, скоро? Я не думаю, я знаю. Я ведь не всегда была писательницей. Ну что, мир, дружба, жвачка? Ладно. Только не делай так больше. Хорошо. Маш, тут из редакции звонили. Они торопят, потому что я сказала, что роман будет готов на следующей неделе. Ну, это невозможно. Я просто физически не успею. Но у нас же сроки. А я тебе говорила, не надо обещать. Ну, нет, тебя понесло. Да, и, кстати, мне нужны будут мои деньги. Ты не получишь ни копейки. Тогда ты не получишь ни строчки. Ладно, хорошо, ладно. Давай так, ты дописываешь роман, а я отдаю тебе деньги. Ладно. Она как яркая комета засияла на небосводе современной литературы. Скромная медсестра из районной больницы стала за месяц мегапопулярной. Итак, в нашей программе сегодня... А, это моя любимая телепередача. Юлия Остапчук. А вы читали этот роман? Очень хорошая книга, я вам советую прочитать. Удивительная писательница Юлия Остапчук. Но прежде давайте заглянем туда через замочную скважину. Валь! Что? Срочно найди мне эту Юлию Остапчук. Адрес, телефон, все. Ярких ироничных диалогов. Свой второй роман, который будет называться «Забытые письма».
Ваш паспорт и билет. Спасибо. Юля, послушай, у меня не было другого выхода. Я очень тебя прошу, будь осторожна. Она была очень осторожна, но это ей не помогло. Мышонок. Где ты сейчас, Мария Пичугина? До встречи, моя любовь. Девушка, с вами все в порядке? Это ваше? Может, доктор, а? Отпустите меня, пожалуйста, отпустите. Пожалуйста. Юлия Остапчук. Портрет на фоне багрового неба. Вот придумали, девчонки. Смеялись надо мной? Нет. Чей ребенок? Твой? Это ваш... Ваш ребенок, Митя, ваш! Ваш! Что, жить хочется? Говори со мной. Маша, на третьем месяце беременности была, когда я ее спасла. Майор ФСБ Комаровский, вы не продавали билет этой женщине недавно? Билет должен быть на имя Марии Пичугиной. А что случилось? Вы продавали или нет? Она взяла билет до Воскресенска. 735-й поезд, 9-й вагон. Поезд только что отошел. Юрий Алексеевич, может, все-таки я... Нет, все, тема закрыта. И вот с этим хмырем заезжим. Внучка-то моя избежала. Ничего не сказав, не спросив. А у меня ж после гибели сына с невесткой, у меня ж кроме нее никого не осталось. А она вот так вот, видишь... Она так ни разу и не появилась. Появлялась с сыночком, с таким же вот. Ну, так и что дальше? Да не пустил я ее, прогнал, дурак старый. Потом кинулся догонять. Да поздно было, поезд ушел уже. Так значит, вы к нам приезжаете, чтобы ее найти? Конечно. Получаю пенсию, беру билеты. А знаете что, Иван Геннадьевич? Мы ее обязательно найдем. Вот увидите, найдем. Ты ешь давай, чего ж сидишь?
кусок в горло не лезет. Она чтоб лез. У тебя ж вон мужичок на попечении. Где сил ты брать будешь? И я как его голос в трубку услышала, это аж сердце куда-то закатилось. Найдет он меня. Найдет и убьет. Я тебе не дам в обиду. Знаешь что? Давай ко мне поедем, Любавина к нам. Серьезно? Нет, Иван Геннадьевич, вы поймите, мой муж страшный человек. Да Бог не без милости, казак не без счастья. Едем. Ты давай ешь. Давай сейчас отдыхай, утро вечером мудренее. Знаешь что? Чего вы тут на дороге-то? Переселяйтесь ко мне туда. Давай, переселяйтесь. Без сознания. Писательнице повезло. Приход соседки спугнул убийцу. По факту о нападении на Юлию Остапчук возбуждено уголовное дело. Главной подозреваемой является Мария Пичугина, двоюродная сестра Юлии, проживавшая у нее, по словам соседей, около года. Мария Пичугина объявлена в розыск. Конечно, зло процедил он сквозь зубы. Разве тебе дано понять, из шелков каких красок? Разве тебе дано понять, из шелков каких красок соткана душа настоящего художника? Маруся! Инга! Инга! Димыч, что случилось? Немедленно узнай, в какой больнице находится Юлия Остапчук. Ну, хорошо. Маш. Доброго благодарим. Ну вот они, мои хоромы. Милости просим. Условия, правда, не ахти. Но, как говорится, в тесноте не в обиде. Прошу. Спасибо. Ой. Спасибо вам. Прошу. Спасибо. Давай за мной. О, Господи. О, а жить вы будете вот в Светланкиной комнате. Тут и просторно, и светло, и главное, безопасно. А что, если он все-таки нас найдет? Я-то все-таки кадровый офицер. Правда, в отставке. Афган прошел. Располагайтесь. Спасибо вам огромное. Ну, чего? Очень приятная девушка была. Внимательная, вежливая. Сыночка своего любила. Сына, вы ничего не путаете? Это точно она? Ну, она, кто еще? Откуда же у нее ребенок? Не, ну вы вроде взрослый человек, не знаете, откуда дети берутся. Я не знаю, откуда у Маши может быть ребенок. Так она, когда к Юле приехала, она уже беременная была. Ну, рассказывала, что она из дома ушла, Юля ее к себе приютила. Ну, а через полгодика и
Митенька на свет появился. Славный такой мальчишечка. Я с ним гуляла, когда Маша писала на ноутбуке свою. А где она может быть, как вы думаете? Вот чего не знаю, того не знаю. И вот еще. Вот не верю я, что Маша хотела убить Юлю. Вот не верю и все. И я тоже. Спасибо вам большое. Спасибо. Держи. Молодец. Давай, давай, давай. Давай, крути. Вот так. Маша. И вот так. Да. Тут такое дело. Что-то случилось? Подругу твою, Юлю, чуть не убили. В больнице она сейчас. Без сознания. Это он. Так это не все еще. Ты в розыске. Тебя подозревают. В покушении на убийство Юлии Остапчук. Но это не я. Иван Геннадьевич, ну я же вам рассказывала, это он. Поверьте, это он. Верю, верю. Тихо, 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 тихо. Успокойся. Сейчас главное... Главное сидеть тебе тихо и никуда не высовываться. Понятно? Авось образуется. Я вот рыбкой разжился. Пойду уху соображу. Тихо, 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 тихо. Хорошо. Да. Мы с тобой уедем отсюда. Да. Сегодня еще здесь перекантуемся, завтра уедем. Далеко-далеко. Да нельзя сидеть сложа руки, как ты не понимаешь? Нужно арестовывать этого Юрия Комарова. Димыч, Димыч, тише. Не кричи так, а то сейчас группа захвата примчится. Слушай, Серый, Машке угрожает серьезная опасность, а ты в остроумии изгаляешься. Хорошо, давай серьезно. Все факты указывают на то, что Мария Пичугина покушалась на жизнь Юлии Остапчук. Главный мотив – деньги. Полученный Остапчук – гонорар за книгу. Это Маша писала. Точно, можно подтвердить экспертизой. Но сейчас не об этом. Надо хватать Комарова. Он тоже понял, что Маша жива. Он напал на Остапчук, получил информацию и теперь тоже ищет Машу. Да, сюжет ты лихой закрутил. Только этому, кроме твоих фантазий, нет никаких доказательств. Ну как нет? Ну, соседка узнала в Маше эту самую Пичугину. Да тем хуже для твоей Маши. Я уверен, в ближайшее время ее задержат. Да это Комарова надо задерживать. Ну, Сережа, ну ты... То есть ты хочешь, чтобы я сейчас позвонил коллегам из убойного отдела и сказал, что нужно подавать в розыск на солидного владельца медицинской корпорации, потому что он носится по городу в поисках своей погибшей год назад жены, которую хочет убить? Димыч, представляешь, что мне там скажут? Спасибо, Серый. Не видела. А знаете, если поезд был пассажирский, а не скорый, то перед Воскресенском он еще две остановки делает. В Любавино и Орехово. Вот там у таксиста вы поспрашаете. А что она натворила? Ядерный чемоданчик украла, что ли? Ребенка. Какой-то буржуй-маньяком оказался. Да ладно. Точно. Какой-то Комаров. Не, ну ты прикинь, а? Юрий Комаров, хозяин медицинской корпорации, манно подозревается в убийстве своей матери и первой жены. Об этом только что сообщила недавно пришедшая в себя известная писательница Юлия Остапчук. Это магнит, понимаешь? Где магниты сейчас возьмут? Ну, конечно. Так магниты нам. Да. Мне нужен срочный вылет. Приближается снежный фронт. Все вылеты отменяются до завтра. Понял, магнит. Где? Сражу. Еще вот пенсотроп и мозочек. Алло. Да, Серый. А я что говорил? Куда улетел? Воскресенск.
Значит, Машка Воскресенский. Так, что же делать, что же делать? Да это у вас план перехвата, а у меня... Слушай, я не могу сидеть в редакции и ждать новостей. Все, пока. Старший лейтенант Обуховский. Да. Где Комаров? Юрий Комаров, где он? Был недавно, убежал. Что значит был? Где? О, так вот он, самолет его летит. Кто дал разрешение на взлет? Ёшкин. За мной! Чё стали, бегом! Был одним из самых богатых людей нашей области. Но под личиной благодетеля и мецената скрывался опасный маньяк. Юрия Комарова вот-вот должны были арестовать. Но судьба распорядилась по-своему. 3 часа назад... Он погиб в авиакатастрофе. На своем 4-местном самолете Комаров попал в снежный фронт. Не справился с управлением и рухнул под Воскресенском в районе гранитных карьеров. На месте падения найдены останки Комарова и черный ящик. На расшифровку записи понадобится несколько дней. А теперь о погоде. Завтра по области ожидается приятный дождь. Машунь. Ты что? Ты что ты? Ну видишь, как все повернулось. Ну, слава богу. Ну что ты? Что? Ну что ты? Все. Ну. Успокойся. Все нормально. Алло. Машка, ты? Маша, Машенька. Как ты? С тобой все в порядке? Ты где? Да, сейчас. А этого, его уже нет. Посмотри на меня. Делать мне все равно страшно. Я до сих пор всего боюсь, каждого шороха. Машка, не узнаю тебя. Ты ли моя Машка? Нет. Та Машка утонула. А новая тоже ничего. Уж я-то толк в Машках знаю. Слава богу. Вы пейте чай, укладывайтесь. Маш, Дмитрий, можешь в большой комнате, как хочешь. А я в мастерскую, у меня там вот такой диванчик, все, пойдем. Можно я на Митьку посмотрю? Конечно. Знаешь, он такой забавный. Я обязательно выращу из него хорошего человечка. Мы вырастем.
что ж ты в пальто? Даже раздеться не дала тебе. Иди раздевайся, а я пойду тебя устраивать. Я быстро. Я мигом. Пришел. Да. Зачем, скажи, спать, когда тут так интересно, да? Ну что, Маш, разобрались, кто был в самолете Комарова? А, да, разобрались. Так этот гад вместо себя другого человека за штурвал посадил. Представляешь? А главное, одел свой костюм и что-то там в двигателе сделал. Так кто погиб-то? Пилота местного нашел. Денег побольше пообещал и... Какой кошмар. Так, ну вроде все готово. Да. Друзья этого пилота только через 3 дня охватились. Думали, на радостях загулял. Жаль человека. Так, Димка, где? Гости собрались, именинника нет. Все тебе скажи. Тетя Оля, у вас все так вкусно. Спасибо, какая дорогая. Вы... Вот у нас Иван Геннадьевич фаршированную щуку приготовил. Да, вроде нынче удалась. Спасибо. Ой, а запах какой. А где Димка твой? Будет с минуты на минуту. А вот и он. А вот и мы. Прошу. А где дедушка? Давай. А где дедушка? А вот и дедушка. А вот и дедушка. Светка. Ой, прости ты меня, старого дурака. А это кто еще тут? Как тебя звать? Матвей. Иди сюда. Ах ты! И сколько ж тебе лет-то, а? 4,5. Мамочки мои, 4,5. Ой. Давайте. Давайте. Долго упрашивал? Да нет, просто когда Сережа Волков ее разыскал, она подумала, что розыгрыш. А потом обрадовалась. Ой, Господи. Ну, давай, пошли раздеваться. Давай.
тебя люблю, Машка. Как же я тебя люблю. When you stare at the sky, droning